Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня 3 апреля, значит, пришло время рассказать о своих планах в раскрашивании на месяц. Начну я вот с такой большой раскраски, цветовой квест «Животные». Ее я раскрашиваю вместе с Аллой Хобби. Мы с ней договорились, что каждый месяц будем по очереди выбирать какую-то картинку, вообще так, не глядя, и раскрашивать ее вместе. Первый раз выбрала Алла, там была такая с дельфином. Иллюстрация, это было в январе, в феврале. А в марте выбирала я крокодила, и вот в апреле выбирает Алла. Мы это сделали для того, чтобы раскраска не лежала, потому что у Аллы она просто лежала, у меня она уже лежала вынужденно, потому что самые интересные иллюстрации я там сделала, и мне было уже дальше скучно ее красить. Вот. А теперь, благодаря совместному раскрашиванию, это как-то мотивирует. Далее идут волшебные раскраски серия. В этом месяце у меня будет много отдыхалочек, но, знаете, я не комплексую по этому поводу. Иногда раскраски должны работать по своему прямому назначению в качестве антистресса. Вот и пришло это время. Волшебные раскраски «Космос» – это одна из моих любимых в этой серии, я ее просто обожаю, потому что она мне, ну, напоминает такую мозаику в таком ретро-стиле, и мне очень нравится. А здесь уже достаточно много всего пораскрашено, несмотря на то, что она, в общем-то, не так давно у меня, ну, может быть, где-то с декабря, может, где-то так. С ноября, с декабря я ее приобрела. Вот. И я купила еще одну себе в запас, просто чтобы она была. Одну буду красить, одна будет лежать в запасе. Следующая раскраска из этой серии «Сказочные существа». Она у меня появилась не так давно. Я в ней еще ничего не раскрашивала, так что с огромным удовольствием приступлю к данному увлекательному процессу. Из этой серии «Мир вокруг нас» тоже с огромным удовольствием буду ее раскрашивать. «Мир сказок» – такая добрая раскраска. И еще одна из этой серии – это «Подводный мир». Она мне нравится примерно так же, как и «Космос». Ну, пожалуй, «Космос» у меня на первом месте, это на втором. Очень классная. Вот. Ну, не только отдыхалочки, разумеется, будут. А решила, ну, как водится, Мария Тролли в час заката. Она у меня как появилась, я ее каждый месяц теперь добавляю в планы, потому что тоже очень красивые иллюстрации. И, в общем, тоже буду получать удовольствие и, надеюсь, свой антистресс. Из разряда отдыхалочек волшебные узоры. Здесь, помимо того, что полно разных узоров, хорошая бумага, поэтому вдвойне будет приятно. Далее «Мания ботаника». Самые, конечно, классные иллюстрации я, по-моему, здесь уже пораскрашивала, но, может быть, еще не все. Но осталось еще очень много, но каких-то путанных. Но в любом случае буду красить в ней. Да нет, здесь еще очень много замечательных иллюстраций. Есть что пораскрашивать, так что в планы ее отлично поставить. Вот еще одна моя любимая раскраска. «Волшебный мир Средиземья» Толкина. Ну, вот 3 месяца уже подряд она у меня стоит в планах. Вот как раз-таки в марте раскрашивала вот эту иллюстрацию, а вот эту в январе, эту в феврале делала. Ну, дальше не знаю, пойду я по порядку или не по порядку. Посмотрим под настроение. Но она замечательная просто. Еще одна
Моя любимица – это лунные мандалы. Они на черном фоне. Можно сказать, что двусторонние, потому что вот с одной стороны и с другой такая же мандала. Поэтому, в принципе, если даже у вас какие-то творческие материалы очень злостно просвечивают, то просто получится, что вы одним махом раскрасили две мандалы. Но это, наверное, хорошо, у кого есть прям такие прям маркеры спиртовые. Также я решила поставить в планы подарок Аллы Хобби. Ханна Карлсон, «Рассветный час». Это от этого автора у меня первая раскраска. И вот думаю, что... Ну, она у меня в том месяце появилась, поэтому в этом я ее решила ставить в планы. Что-нибудь здесь обязательно раскрашу. Интересные там иллюстрации. Медитативные мандалы также решила в планы добавить. Ну, как она у меня появилась, я ее, в принципе, так и добавляю. Здесь двусторонние иллюстрации, но бумага довольно-таки приличная. А досталась она мне, наверное, рублей за 20 или за 25, я уже не помню. Замечательная просто. Из новиночек у меня будет «Цветы из сада». Художник Энн Казак, издается более 25 лет. Луговые цветы я уже закончила раскрашивать. И сейчас вот у меня появилось 3 раскраски из этой серии. Так что я с огромным удовольствием буду в ней раскрашивать. В том месяце «Калинка де Малинка» была раскраска. Сейчас вот такая «Цветы из сада». Эти издания прекрасно подходят под детскую акварель, то есть вряд ли бумага выдержит белые ночи, еще что-то, но детскую акварель, если не заливать сильно водой, то вполне вероятно. Также решила добавить вот такую «Королева танца» раскраска. Это прям в мою профессию, да тут еще, смотрите, и балерина такая рыжая. Ну, только глаза у нее голубые, а у меня зеленые. Вот. Но, тем не менее. Ну, бумага здесь, конечно, вроде бы такая офисная, но ничего страшного. Она просто замечательная. Далее. «Миллион ленивцев» Лулу Майи. Тоже не так давно у меня появилась, в общем-то, в марте. Подарила мне ее Олеся с канала раскраски.com. Решила ее добавить. Собственно, благодаря Олесе и Марине, канал «Маринины раскраски» у меня вот появилась такая серия замечательная. Спасибо огромное, девочки. И у Олеси в конкурсе я выиграла «Миллион единорогов» Лулу Майи. Это украинская версия. Тоже рада. И обязательно что-нибудь в ней раскрашу. Спасибо. Следующая раскраска тоже будет новинкой. Это «Мироморфозы. Экстремальные раскраски». Это подарок Аллы Хобби. Керби Розанос. Вообще, я как-то к этому автору не очень относилась. И даже когда на складе увидела что-то, ну, из старенького, так скажем, я как-то и в руки-то ее не взяла. А сейчас, думаю, напрасно надо было взять. Она там точно не дороже 100 рублей была. Ну, если увижу, может быть, и возьму при случае, а может и нет. Но интересно, и действительно, мне вот Алла, мы с ней разговаривали, она говорит, обязательно должна у тебя быть какая-нибудь из этих раскрасок, потому что как бы здесь детальная прорисовка. Раньше-то я, знаете, как относилась, думаю, господи, сколько здесь... Я даже не вглядывалась, мне кажется, я просто видела кучу мелких деталей, и все. А сейчас вот благодаря Алле как-то посмотрела и поняла, что, в общем-то, это по факту не мелкие детали, а такая прорисовка. Так что спасибо тебе огромное за такой подарок.
Буду, конечно же, раскрашивать. А вот такая раскраска моя, тоже любимица. Уже много чего я здесь пораскрашивала. Медитативная сатварель. Узнала я о ней как раз благодаря Алле Хобби. Она показывала то ли в покупках, то ли... Да, по-моему, в покупках показывала. Я помню, я чуть ли не в этот же вечер... Да, не в этот же день или на следующий день, в общем, сорвалась, поехала в Леонардо ее приобретать. Потому что здесь и иллюстрации односторонние, и действительно мандалы, как и положено. Следующая – это новиночка. Это мне подарила Олеся с канала раскраски.ком. Еще раз тебе огромное спасибо. Из этой серии, ну, как бы вот антистресс, такие вот квадратные раскраски у меня разные есть, но вот именно такой нет. Поэтому огромное спасибо, тем более, что здесь, как я люблю, видите, рамочки, да, они еще и неровные. Поэтому прям самый смак, как говорится. Спасибо. Да, здесь, видите, еще Олеся мне подарила такую открытку. Спасибо огромное. Далее, северная красота. Несмотря на то, что сейчас уже весна, но мне нравится эта раскраска, и я хочу в ней что-то еще раскрашивать. Не могу сказать, что здесь прям вау, все потрясающие иллюстрации, но что-то я в ней найду и пораскрашиваю. Не знаю, возьму ли я ее на следующий месяц в планы, но в этот раз пока что еще хочу в ней красить. Котики Мурмуртерапия. Ну, данное издание каждый месяц у меня, вот как купила где-то в декабре 18-го года, так каждый месяц я что-то, одну-две картинки я здесь крашу. Очень нравится. И та же самая история с Хьюги раскраской. Уютные, теплые, замечательные, добрые иллюстрации. И абсолютно разнообразные, на любой вкус. Далее, Крис Риддл, 100 объятий. Это тоже подарок Аллы Хобби. Я в челлендже одну иллюстрацию здесь раскрасила. Тоже был челлендж у нас с Аллой, такой совместный. Вот. Такая иллюстрация. Ну и решила в этот раз помимо челленджа в ней красить. Следующая раскраска – это «Уютный мир», релакс-раскраска. Она у меня тоже появилась в марте. Вот. Мне ее подарил мой друг московский. Как-то вот мы с ним встретились. Ну и к моему дню рождения, в общем, он сделал мне такой подарок. Огромное спасибо. Приятно, когда кто-то разделяет твое хобби. Вот, поэтому буду в ней красить. Иллюстрации здесь, по сути дела, односторонние. Удобно вот эта вот пружинка. И тоже очень они такие уютные иллюстрации. А сейчас, мне кажется, это то, что вообще нужно. Конечно же, никуда без «Я люблю раскрашивать единорогов». Обожаю. Видите, сколько здесь всего пораскрашено уже. В принципе, если... Я так тут считала, я сейчас уже точно не помню, но вот если так ее пролистывать, кажется, осталось мало. На самом деле там очень много еще иллюстраций. Если по одной, как я сейчас крашу, по одной в месяц, то хватит минимум на год, а то и на два. Ну, конечно, самые-самые интересные для себя я почти все уже раскрасила. И также будет у меня новиночка. Книжка-разукрашка с красивыми картинками. Она мне вообще досталась за 35 рублей. Вот... Размер у нее точно, в общем-то, такой же. Ну, только иллюстрации двусторонние. Ну, она, конечно, детская. Видите, здесь буквы. Ну и что, меня это не смущает. Вот так вот
когда хочется что-то по-быстрому пораскрашивать, время нет, тоже отлично. И книжка-разукрашка с озорными картинками. Тоже очень миленькая. Буду с удовольствием в ней красить. Я люблю такой формат. Надо сделать будет обложку из самоклеющейся пленки, и, ну, чтобы она сохранила свой внешний вид. Нет у меня еще вот такой с забавными картинками, но ее просто не было в продаже на складе. Вот, ну просто в обычных магазинах, вот даже здесь цена 59 рублей, но на складе я ее брала за 35. А во многих магазинах и 100 с чем-то, и 200 с чем-то цены. Дороговато, в принципе, я бы сказала, мягко говоря, дороговато. Но за 35 рублей это вообще просто праздник какой-то. Ну вот, такие у меня планы на месяц. Я не считала, но, по-моему, это 28 раскрасок. Надеюсь, что планы я осуществлю. Может быть, что-то больше раскрашу, тогда тоже замечательно. Вот, в целом, я всегда рассчитываю как? Одна раскраска, одна иллюстрация. А там как пойдет. Если данное видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Мне правда будет очень приятно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Сейчас постараюсь почаще выкладывать всякие фотки. Я желаю вам здоровья, вам, вашим близким, и максимально уютного, приятного времяпрепровождения. И еще, чтобы рядом с вами, или рядом с вами, или даже на расстоянии всегда были люди, которые, ну, если что, всегда вас поддержат. Огромное всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока!